Хорошо тут ручей. Вот. Ой, ёпты. Я сейчас утону. И вот ниже этого ручья ехать и идти нельзя. Потому что... Нет, слушай, офигенно. Он даже не хрустит. Только близко ко мне не подходи. Да. О! Нет, он не долбится, но вот... Эй, чуваки! О! Да. Надо, Игорь! Ух, все, давай, возвращайся. Почему? Слушай, вот он. О, слушай, он хрустит, он держит. Не, он хрустит. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где, вот там? Не, ну он где-то вот на метр, на два, наверное, застыл. А дальше уже опасно. Вон, там кто-то, видишь, провалился, походу. Или, может, камни кидали. Грибы? Прикинь, иду я по Черногубовскому лесу. Прошлое воскресенье. Километров 5 прошел, поэк просека мне по диагонали. Я выхожу, и мне прям на перерез женщина идет. Я такой сама. То есть вот совпадение, что совпали. Я говорю, я хожу, грибы собираю. Представляешь, зимой какие-то там замерзшие лисички, маслята, которые вот, вот теперь вырезали, и их морозом схватило. Говорит, можно, вот реально я хожу, собираю. Прикольно. Че, мы на мостик. Пойдем с этой стороны. Не, ну мы пока просто на мостик. Эх, нужно было Олесю приглашать. Ой-ой-ой. Олесю, она... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не уходить по мостику. Она боится по нему ходить. Илюх сам боится по нему ходить, мне кажется. Нет? Ну, я, естественно, боюсь. Я все-таки не до того, что там это... Вообще боюсь. Они, короче, съезжать будут где-то вот в этом месте. Вот, вот здесь, по-моему. Он сказал, метров 20. Вот в мостике есть спуск. Ну, мы пока можем сейчас остановиться и пожрать. Я жрать захотел, честно говоря. Я вас ждал полчаса там на остановке. А я пробовал удавать. Ты боишься, что ли? Илюха. Ему требуется помощь. Нет, надо потрясти слегка. Хоп-хоп-хоп. Вот я сейчас буду переходить. Я перешел реку. Вот под елкой. Илюх, вот елка, и там есть мангал. Должен быть. Так. Как мне сюда забраться? Что, вот здесь вот крепкий лед. Здесь он даже не хрустит, потому что это затоп. У-ху! Я иду, пойду. Такая фигня. Здесь безопасно.
Относительно. А вот там вот фиг его знает. Здесь какой-то проток. Прикольно, там все замерзло. Жена там. Метр не будет. Так, тест мокрым камнем. Да. Тест не пройдет. Короче, чай, да, ребята, готовим. Тебе потом наливать? Ребята, готовить чай. Иван. Не, я буду йогурт. Еще тогда. А что, греет тебя? Или чайник горячий? Это погода. Понтовая тропинка в лес. В фильмах ужасов. Ой, холодно сегодня. Реально, наверное, минус 8 или минус 10 даже. Подмораживает. Нифига не ноль, как обещали. Теперь будет плюс, будет тепло. Нифига. Так, Галюх, берем в капкан. Он боится, смотри, как он быстро начал. Че ты боишься-то? Потому что боюсь высоты. Да ладно. Зато вылечишься от боязни. Как можно бояться чего-то? Вон она треснула прямо посередине. Я в своих это, то, что я устаю, а падать мне совершенно не хочется. Трещина пошла ровно, видишь, посередине. Короче, вы до слэка не доедете. Вот здесь вот она идет. Вот он начинается, экстрим заезд самых экстремальных велосипедистов. Давай, давай, сюда. Давай,
Так, Илюха, аккуратно, тут камера стоит, не тряси. Да, камера у тебя болтается очень сильно. Да, под тобой. Вот видишь полынья по этой, по правой стороне. И по левой туда стороне. Да, вот лучше близко не ехать, к тому краю моста. Да. А вот с этой стороны, в принципе, нормально. Вот единственное самое проехать по ним. Все, ящик сломался. Главное, ну, не только ящик-то! Главное, не подъезжайте друг к другу, а то вы стреляете. Здесь, видишь, полынья. Не, ну вот прямо у Тальковского моста. Сейчас нормально. Сейчас они недалеко отъедут, и мы будем их спасать. Ты думаешь, для чего мы пришли-то сюда? Главное, что если друг друга не будут вдвоем, они вместе стоять. Там-то весь лично. Ты имеешь в виду, когда они вылезут, подойдут друг к другу поближе и слипнутся? Так. В этом и смысл. Они хотят доехать до Саватьева. А оттуда, короче, до нового карьера. Там то же самое попробовать сделать. И от нового карьера вернуться сюда уже, ну, через железную дорогу. Мы сейчас пойдем. А мы сейчас идем примерно туда же. Только мы напрямик. Нет, проехать. Нет, проехать, проехать. Вот сюда не ехать. Мы это и ждем. Давайте. Я сейчас сделаю групповое. Если вы не будете друг к другу, то проехать. Андрей сейчас сломал все. Давайте, ребят. Все. Вот я проехал, хрустит, подхрустывает они. Ну что, фоткать вас или нет? Нет, серьезно? Меня даже, я бы обоссался весь так. Там же дырки! Да. Тут везде дырки. Ну что, стартуйте. Конечно. Нет. К этому краю подъезжай. Да не можешь проехать. Нормально тут везде. Нормально тут везде, давай. Главное, не паниковать и не... Главное, ногой не свалиться никуда. Да? Просто скользить. Видишь, все нормально. Вот так вот они уезжали в неизвестность. Звук такой реальный. Такой интересный. Как будто бурчание какое-то. Так. Ну, все, пока, ребята.
Ну что, все, можно двигать? Да.